благоприятен день для людей, родившихся в годы лошади, овцы, обезьяны и курицы. Хорошо в этот день строить дуган, субурган, делать добрые дела, почитать три драгоценности, совершать подношения в дацан и ламам, проводить обряд Далгая-Баха, устроить праздник, играть свадьбу, регистрировать брак, надевать новые украшения, новую одежду, приглашать гостей, собирать знакомых родственников для дел, связанных с деревом и землей. Неблагоприятен день для людей, родившихся в годы тигра и кролика. Не стоит устраиваться или помогать устроиться на работу, нанимать сиделку, работников, приводить невестку, отдавать дочь в невесты, а также повышать физическую нагрузку. Отправляться в дорогу, исполнится все задуманное. Стрижка волос к болезни.